Князь, смена! Кадетский класс в количестве 23 человек готов к уроку ОБЖ. Дежурный по классу Кузнецов Дмитрий. Здравствуйте, товарищи кадеты! Так начинается каждый урок в кадетских классах 4-й Инзенской школы. Всего в казачьей форме тут ходят около полусотни ребят. Открыть такие классы в среднем учебном заведении – давняя мечта атамана инзенских казаков Александра Чичкина. Он же в этой школе работает преподавателем истории и обществознания. Договорились с районным руководством, выиграли региональный грант, закупили на полученные деньги оборудование для военной игры «Лазертаг» и запустили учебный процесс. До этого в школе уже был кадетский класс МВД. Но что-то не пошло. Теперь все по-серьезному. Ребята уже 2 года занимаются в рамках кадетского образования, но лишь мы решили дополнить его казачьим компонентом, а именно привить любовь к родине через любовь к православию, к вере. Дополнили новым оборудованием. У нас восстановлен стрелковый тир, который был заброшен на протяжении 30 лет. Еще 2 года назад между Инзенским хуторским казачьим обществом и Барышевской епархией был подписан договор о всестороннем сотрудничестве. Эти классы, как и все общество, окормляет и является духовником председатель отдела епархии по взаимодействию с казачеством иерей Александр Дмитриенко. В рамках взаимодействия с епархией будут проводиться уроки по внешкольные уроки по обучению детей всем азам православия. Вот, то есть, как правильно креститься, как правильно обращаться к священнику, как правильно в храм даже заходить. Многие даже этого не знают. Родители ребят таким нововведением в образовательный процесс только рады. Усиленное привитие дисциплины – главный критерий, который дает преимущество кадетским классам над всеми остальными. Да, очень замечательно, то, что открыли такие специализированные классы в данной школе, которые помогают и не только родителям, но и детям. Дети не только учатся, но и занимаются и спортом, и различными видами искусств, что дает нам возможность продвигать своих детей в наше будущее. Сегодня у ребят необычный день. К ним в гости для знакомства приехали представители военно-патриотического направления клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Приехали не с пустыми руками, привезли образцы страйкбольного оружия, которые внешне точь-в-точь идентично настоящему. Вот занимаемся таким игром, у вас уже игры в голове, стрельбу, довольно такая реалистичная игра, но травмоопасная. Ребятам, конечно же, дали образцы вооружения подержать, потрогать, поцелиться и даже пострелять холостыми. Восторгу не было предела. А пока юные казачата изучали пистолеты, автоматы и винтовки, взрослые договаривались о всестороннем сотрудничестве. Как только позволит обстановка, казачата посетят с экскурсией Жадовский монастырь и клуб «Пересвет». К тому же весной в Инзе пройдут страйкбольные турниры, где будут участвовать воспитанники кадетских классов. Но главное, что уже скоро в Инзе откроют филиал клуба единоборств «Пересвет», и казачат там будут ждать с нетерпением. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для «Улправда ТВ».